И всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Эйдат, и в сегодняшнем данном видеоролике я вам покажу, как построить ЛЭП. Кто не знает, что такое ЛЭП, это ЛЭП, это линия электропередач. То есть, грубо говоря, провода просто, которые ток переносят на столбах. Он сзади меня. Также вот в предыдущем видео мы строили здание правительства, и я уже успел построить за это время вот такой парк, и тут очень много чего, тут фонтанчик. Но скажу вам так, что во время этого монтажа там уже деревья. Это Эйдат-шоп, это сообщество по дизайну во ВКонтакте. Тут ты можешь найти очень большой выбор товаров. Аватарки, превью, шапки, скины. Очень много превьюшек у них, а также моды и суспаки вы можете заказать у них. Любое оформление по низким ценам. Также у них есть очень много отзывов, вы их видите на экране. Ссылка в описании, а также в комментариях. Ну что ж, ребята, вот мы подбегаем, смотрите, к карте города. Видите, тут уже имеется парк, также парковка. Вот, смотрите, она сзади меня. Вот это вот. Вот она сзади меня. Также вот этот парк офигеннейший. Смотрите, как он получился. Я над ним долго старался. Конечно, без структурных блоков я бы его не построил. Но мы приступим к данному видеоролику. Вот, смотрите, у нас есть 5 вариаций ЛЭП, то есть линии электропередач, грубо говоря, проводов. И сегодня мы все их построим, я вам покажу, какие блоки нужны для этого. Первое, ЛЭП, это у нас из камня. Вот предметы, которые для нее нужны. Кнопка, полублок, стена и прутья. Ну, железная решетка. Мы отступаем, одинаковое количество блоков нам нужно. Но это андезит у меня. Если что, для этого надо андезит. 3 блока андезита, 4 блока этих каменного заборчика, один блок сверху, камушки вот эти, ну, типа кнопки. Потом берем вот так стены и вот так полублоками сверху обрабатываем. И теперь нам надо вот так соединить аккуратненько, чтобы лишнего не поставить. Вот так. И, о, нифига себе, да, удивлен, что не промазал. И вот так вот. Ну, еще и кнопки надо снизу поставить. Блин, подождите, вот все. Кнопки поставить, ну, типа это так, для красоты. И вот, смотрите, у нас уже первое появляется. Мы эти блоки убираем, вы можете видеть их. И переходим ко второй. Тут у нас цепи вместо решеток. И вот такие блоки нам нужны. Вот. Мы берем опять такие. Ну и тут уже камень, ребят. Я тут буду отсчитывать ровное количество блоков, чтобы все совпадало. Вот так на 3 блока вверх поднимаем. Потом берем стена. На 4 блока поднимаем. Берем блок, ставим. Вот так ступенечку. Тут тоже ступенечку. Потом, где кнопки? Ё-моё. А, вот она. Мы берем кнопку. И она у нас должна будет... Извините, если что, у вас лагает. Извините, у меня лаги. И здесь ставим кнопочки, опять-таки же, для украшения. Ну, мне кажется, с кнопками прикольнее. Кто хочет, можете без кнопок делать. Теперь мы ставим вот так цепь. Чё он не... А, вот. Да ё-моё, промазал. Вот этого я и боялся. То, что я буду промазывать. Вот так. Да ё-моё, чё за говно? Оп. 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 Все, вот так вот. Идеально. Мы теперь отлетаем на эту сторону. Опять промазал. Вот так делаем. Ну и вот все. В принципе, вторая эта ЛЭП готова. Из камня. Теперь мы переходим сейчас к третьей ЛЭП из дерева. Для деревянной ЛЭП нам нужны, конечно же, все из дерева. Кнопки, полублоки и калитки. Ну и заборчики. Я отступаю одинаковое количество блоков. Не смотрите на меня. Вы можете сколько угодно отступать. Так. И поднимаем их вот так вот. На 7 блоков. И вот так ставим заборчики. И потом встаем на shift, чтобы не упасть. Нам было удобнее ставить. Вот так отходим до притыка. И вот так вот. Все. И вот с той же... Таким же методом повторяем с другой стороны. Вот так. Раз, два, два, три и четыре. Вот. Ну, тут я еще делаю для украшения, типа они упирают. Но не можете это не делать, типа. Все, вот так вот. И вот, из дерева третья ЛЭП готова. Ну, здесь кнопочки еще, конечно же. Они для украшения. И вот, теперь мы убираем блоки обратно. И переходим к четвертой ЛЭП. Тут то же самое, только здесь уже цепи. И, грубо говоря, тут такой же принцип, как и у каменных, но нет.
Я отступаю, как всегда, одинаковое количество блоков. Ставим 1 блок, 2 блок, 3 блок, 4 блок, 5 блок, 6 блок, 7 блок. И ставим полублок сверху. Потом ступеньки вот таким вот образом ставим. И берем кнопочки. Ну нет, сначала давайте цепь поставим. Вот кнопочки, цепь. Ну сразу с конца начну. И вот тут то же самое. Ставим кнопочку и цепи. Вот так вот аккуратненько ставим цепи. И оп, одна линия завершена, теперь другая. Теперь мы делаем другую эту цепь, линию. И вот, все. Четвертая лэп готова. Теперь я вам покажу пятую лэп. По-моему, она самая прикольная, но она мне не нравится в плане того, что у нее медные выступы такие, фигни. Они мне не нравятся. Но кто хочет, можете убрать их. И вот, давайте я вам скажу, как это делать. Я отступаю одинаковое количество блоков, как всегда. Вы можете не отступать. Поднимаем на 3 блока, потом берем, ставим еще 3 блока, ставим блок, потом берем ступеньки, вот так вот, даем ее, вот так вот, и берем полублок, ну, кнопочки сначала, полублоки, а потом сейчас еще с другой стороны кнопочки поставим, вот так. И смотрите, как делать вот такие лэп. Вы смотрите внимательно, как их надо делать, потому что там может быть одна фигня, вот так надо нажимать. Типа вот, вот так встаете и вот так вот. Если вы будете просто вот так, смотрите, тыкать, то она у вас будет так. Так нам не надо, поэтому нам надо вот, вот так делать. Все, вот видите. А вот если вы будете только начинать строить, тогда вам придется вот так ступеньками отступать, чтобы у вас получилось. Вы делаете вот так, вот так. Вот это убираете, а потом ставите уже цепи. Как я вот сейчас делаю. Оп, оп. Все. Я на сегодня вам показал все могущественные лэп, которые я мог сделать. Я искал очень много информации, я не мог найти ни одну лэп. Я нашел одну, но и мне кажется недостаточно. И поэтому я придумал свои способы, как сделать лэп в Майнкрафте без модов. И поэтому вот, вы видите. Также подписывайтесь на мое сообщество во ВКонтакте по дизайну. Там найдете много аватарок, шапок, превьюшек. Ну, на сегодня все. Заходите на мой телеграм-канал, голосуйте, что мне построить еще. И я обязательно это построю и воплощу эту идею в Майнкрафте. Ну, а всем удачи, всем пока. С вами был Эдат.